Внимание! Говорит и показывает Санкт-Петербург. Добрый вечер, друзья! Вы в гостях у Геннадия Орлова. Это мой видеоблог. И, конечно, говорим о туре, который оставил лидером «Зенит». Ну, прежде всего, о матче «Краснодар-Локомотив». Я и предполагал, что Краснодару будет трудно. Вы знаете, им не хватает забивных игроков. То есть футболистов, которые могут реализовывать моменты. Но нет у них. Даже уход Смолова, он тоже сказывается. И Ари, который получил травму. Но один же это мало, когда забивает. Это мало. Надо, чтобы 5-6 человек могли забить. Тогда эта команда может претендовать на лидерство в чемпионате. Поэтому Краснодар сейчас отступил. Локомотив победил, но пенальти ⁇ это один из очередных скандалов нашего судейства и трактовки вообще судейских правил. Дело в том, что мяч, который попадает в руку, э, но если эта рука не отодвинута, как, она, как говорят сами судьи и в их методиках, не увеличивает объем, э, то есть э, в стороне от туловища, то э, это нарушение. Не нарушение, это как бы рука, ну, она не участвует в желании сыграть в этот мяч, прервать путь. Бывает, что рука отодвинута в сторону, и мяч в нее попадает, и игрок вроде бы ничего не хотел делать, то есть неумышленно. И, кстати, в этой ситуации и нередко судья принимает правильное решение. Он назначает пенальти, но карточку не показывает. Но она неумышленная была, но она повлияла. Не каждая игра рукой – это умышленная игра рукой. И а здесь это очень тонко надо в этом разбираться. И эти скандалы потом все судейские перевалились и на матч «Спартак-Зенит». Но я хочу про Краснодар закончить, что «Локомотив», конечно, этой победой еще раз показал, что у него очень ровная команда, состав, очень сбалансированно, тактически все правильно делает. И она выглядит серьезно, как сейчас, вот после этого тура, перед небольшим перерывом да, в чемпионате, как претендент на золотые медали. «Зенит-Спартак». Ну, как и наверное, мы и предполагали, что поначалу Спартак будет более активным, так оно и вышло. И за счет этого, за счет активности, за счет вот этих чрезмерных стараний игроков. А это всегда приводит к успеху. Потому что как уравновесить две команды, если одна команда составлена из игроков более мастеровитых, я сейчас не про Зенит говорю вообще. Я сейчас имею в виду там Барселону понимаете, тот же ивентус. Как им противостоять? Только вот этой очень чрезмерной старательностью. Прессинг по всему полю. Не дать принимать мяч. То есть вот такая должна работа быть на футбольном поле. Ну а затем где-то минут через 20-30 Спартак выровнялся с зенитом. И «Зенит» начал переигрывать. Особенно во втором тайме концовка была за «Зенита». Меня лично это порадовало. Почему? Потому что мы говорим о поиске игры. И о отдельных эпизодах, кстати, как и у «Спартака», так и у «Зенита», она проявляется. Но вот цельной картины на все 90 минут пока этого нет. Но если есть фрагменты, эпизоды, значит, уже тренеры и с игроками нащупали вот этот вектор, путь. Это касается, опять скажу, и Зенита, и Спартака. Потому что у Спартака тоже в отдельных эпизодах они выглядели очень прилично. Ну и счет 1-1, но считает все, что закономерен. Наверное, потому что Смольникова-то надо было удалять. Надо было давать ему вторую желтую карточку. Ну что тут по правилам? Как надо было назначить пенальти за то, что сбили Дзюбу. Ну, это сто процентов пенальти. Даже говорить, судья просто удивительно. И вот теперь к вопросу о судье. О судействе. Ну, еще раз хочу сказать, может быть, судья чуть-чуть попозже. Хочу сказать э, об игроках. Вот о «Зените». Все-таки у нас аудитория больше петербургская. Набирает команда. И Регоне, ну, не повезло ему. Так бывает. Вот это есть. Фортуна отвернулась в тот момент, когда он пробивал по пустому углу ворот. Ведь как разыграли Жирков, великолепный пас, да, великолепный пас. но ну, просто как вот шоколадный. Когда я играл, мы называли это шоколадный пас. То есть, ну, а то так вот съешь этот шоколад, и все, подставь ногу. И э, Регонь фиксирована внутренней стороной стопы и точно целился в угол, но вот э, попал в стойку боковую. А комбинация красивая была, и это было бы логическим завершением вот этого превосходства зенита в концовке. Но не получилось. Затем много было нарушений с одной, с другой стороны, но э, зенит прибавляет. И появление Жиркова, еще раз подчеркну, это культура игры. Сразу где-то на плюсик поднимается вот эта возможность зенита играть, точнее, в пас. Еще Кузяев не в форме. Еще не в форме. Олег Шатов э, тоже далек от формы. Э, и, в общем, получается так, что и Дзюба еще не набрал той оптимальной формы. Получается так, что еще у игроков есть потенциал, да, они могут явно лучше играть. Я говорю про зенитовцев. Иванович и Ракицкий, они, конечно, опытные, и они способны играть в команде, которая должна стать чемпионом. Вот «Зенит» после этого тура дал всем понять, что он реальный претендент именно и по игре, и по составу, и по очкам. Видите, вот как приложилось, да? Теперь же нельзя сказать, что Зенит при бездарной игре находится на первом месте, о чем все время я слышу из московских средств массовой информации. Да нет, Зенит вчера там по количеству ударов превосходство небольшое, Спартака, значит, там 15-8 э, по в створ ворот чуть меньше разница. Ну и немножко больше владели мячом спартаковцы, но по эффективности атак «Зенит»-то был острее. И еще вот уже второй матч не везет «Азмуну». Так все не складывается, и моменты у него есть, но где-то же его прорвет, он все-таки умеет забивать. То, то, есть здесь тоже и не так везение, как хладнокровие. В последний момент надо быть более хладнокровным. Но один эпизод, он, конечно, войдет в историю. Когда так высоко прыгнул Азмун, что головой ударился в перекладину ворот. Это 2,44. Он, рост его 184. Значит, это на 60 сантиметров его прыжок. Представляете, какой у него прыжок? То есть, вот это... Я никогда такого не видел, чтобы ударился футболист головой в перекладину после прыжка. А ведь это он же как бы опускался даже. Ну, это говорит о возможностях серда размуна. Конечно, это тоже надо использовать. И я думаю, зенит это будет использовать и уже получил выгоду, когда он забивал головой. Помните? Во всяком случае, лично у меня, конечно, сейчас оптимизм. И вот как когда-то в 1984 году, когда Юрий Желудков забил два замечательных мяча московскому «Спартаку», именно после того матча стали писать на заборах и гаражах. Раньше одиночные надписи были, а потом пошло уже просто массовое такое художественное произведение на стенах, на заборах «Зенит-чемпион» огромными буквами. И вот сейчас я поверил после этого матча, что Зенит, да, он может быть чемпионом. То есть я еще больше укрепился в этом мнении, потому что он не сдался. Там было 40, почти 4 тысячи зрителей. И играл на равных, Смольников набрал, он был очень активен. Он, у него были и ошибки, и, конечно, положительные стороны, но он все-таки уже набрал форму, и это очень хорошо. Конечно, его, наверное, еще раз скажу, судья должен дать ему вторую желтую карточку. Потому что он ударил сзади по ногам. Любой удар сзади по ногам – это желтая карточка. Потому что футболист, который стоит тебе спиной, он же ничем, он безоружен, понимаете? Он, ну, что он может сделать? Отвернуться он же не успевает, он понять ничего не может, а в это время бьют по ноге. Причем щиток ведь надевается на голень спереди, а сзади там ахилл и вот эта мышца икроножная, они не защищены, кроме как гетры. Но это что это за защита? И это очень болезненно, и все это знают, и, к сожалению, нередко во всем мире бьют специально. Сзади для того, чтобы больно было, чтобы, может быть, вывести из строя этого соперника, который напротив тебя и борется за тот же призовой фонд, за который ты борешься. Все же получают деньги за победу. Это профессионализм, и это как раз его вот это отрицательная сторона, что ради заработка нередко люди идут черти на что, и на футбольном поле тоже и бьют. И, ну мы видим это скрытая игра, скрыто за игрой, но это есть и никуда от этого не деться, и наверное всегда будет. И, и вопрос судейства. Я, конечно, утром позвонил, пользуясь своим знакомством с Николаем Левником, Николаем Владиславовичем. Он председатель судейского комитета РФС. Вот сейчас новое РФС, новое руководство в лице Александра Валерьевича Дюкова, но ну и не только его, там целый исполком, они должны принять несколько важных решений. Ну, во-первых, пора перейти на ВАР, на систему видеоповторов. Это уже в полуфиналах Кубка будет, о чем мне сказал Левников. Специальные люди обучаются для того, чтобы там и оператор должен быть, который обрабатывает, не тот, который показывает. Берется за основу все-таки телевизионная съемка. Но вот за рубежом там все-таки немножко другие камеры. А у нас телевизионная трансляция, ну Москва, Петербург, Краснодар, здесь уже все на высоком уровне. Матч ТВ справляется. А вот в других, там где заказывают местные телекомпании, местных телеоператоров. Конечно, там не такой показ, там и меньше камер. Поэтому это большая проблема. Но надо принять решение какое? Дюкову Александру Валерьевичу. Во-первых, чтобы департамент судейства, который сейчас возглавляет Егоров Александр, он как бы под себя подмял все руководство судейством, оперативное. Сюда входит назначение, отстранения, ну, какие-то там бонусы или наоборот, какие-то минусы. И получается, что Москалев, вот Симак после на пресс-конференции, после матча сказал: а, непонятно, почему Москалев-то назначен. Ведь он судил матч первого круга и допустил ошибки и получил неудовлетворительную оценку. Но, правда, оценок вот этот департамент судейства не показывает нам журналистам. А до этого были оценки. А это очень важно с точки зрения воспитания не только арбитров, а болельщиков, чтобы люди, смотрящие футбол, разбирались в правилах. Футбол-то для людей, поэтому и правила надо все объяснять. И здесь журналисты, комментаторы, они большие э, ну, такие учителя, способные передать все на человеческий язык. Но обидно, если вдруг комментатор сам допускает ошибку, поэтому надо обязательно издать все правила, и Николай Владиславович обещал мне уже те новые, которые пойдут с 1 июля, и, конечно, мы будем распространять среди комментаторов и будем проводить семинары специальные с комментаторами, с журналистами, чтобы они сами, прежде всего, познали правила. Сегодня много расхождений. Понятие духа игры. И потом вот эта рука, прижатая, не прижатая, как ее судить? Но в правилах УЕФА довольно четко все расписано, довольно четко все расписано. Но вот когда у нас э, замечательный итальянский специалист был э, Розетти, и сегодня он, кстати, в комитете УЕФА, и вот Николай Леников сказал мне, что они вместе, он тоже член этого комитета, и они вместе там все эти разбирают моменты, и он говорит, я вижу, как Розетти это Прямая речь Левникова, как Розетти здорово разбирается в футболе, и как он много дал нашим, нашим арбитрам. Но прежде всего он защитил молодых. Но когда он уехал, то молодые уже не пользуются тем разбором игр, тех, тем, не услышали тех замечаний, которые Розетти уже было другое руководство, уже был Будагоский, уже была другая вся история. И самое-то главное у арбитра, чтобы он не был зависим от кого-то, от потусторонних лиц, будем так говорить. Но жизнь такова, что, к сожалению, это происходит. Влияет на арбитра какие-то и, и свои проблемы, и проблемы других команд. То есть вот здесь судьи надо держаться. Что касается Москалева, который судил Зенит Спартак, он никому не подыгрывал. Он просто низкая квалификации. Поначалу вообще был момент, когда игра шла без арбитра. Он решил не давать свистки, потом начал давать, начал давать карточки, потом не стал давать карточки. И первый мяч, кстати говоря, но он очень спорный. Тут любой даже опытный судья, когда Глушаков забил, похоже ведь было на офсайт. Потому что Глушаков был ближе. Когда в тот момент, когда он забивал, он был ближе на пол корпуса, там, чуть опережал защитника. Но это пусть... Остается даже, может быть, и на взгляд арбитра, потому что все равно это будет субъективизм, и никуда не деться. Сто процентной объективности не бывает в жизни. Ну, не бывает. И в футболе то же самое будет, потому что, смотрите, ВАР сейчас в Европе дает красную карточку арбитр, затем смотрит телепо этот повтор и показывает желтую. Ну, на Сан-Сиро вчера было дерби фантастическое. Милан-Интер, и там это произошло. Вначале он показывает красно, а затем все-таки рассмотрев сам этот эпизод, ну, у него уже есть ассистент, он с кем-то советуется. Так вот, советоваться надо. Надо, чтобы м -м, вот, департамент судейства работал в связке с судейским комитетом. Что я подразумеваю? Сегодня судейский комитет, который знает Левников, он как бы занимается вот этой площадкой для подготовки арбитров, а вся оперативная работа, да нет. Во-первых, надо обязательно, чтобы все известные судьи, включая Валентина Иванова, были вот в этой э, группе людей, которая рассматривает, дает оценки. Оценки надо выставлять, надо, чтобы это было публично, и не надо стесняться судьям э, признаваться в своих ошибках, понимаете? Но опять э, сегодня. Это авторитарное руководство в лице Александра Егорова. Он замечательный парень, я его давно знаю. Но ты же не папа римский, и тот советуется. У него тоже есть совет там в Батикане. Вы понимаете, ну это такая, такая история, что здесь надо... Да, вы, пожалуйста, все ваши споры проводите при закрытых дверях. Но выносите оценки уже те, которые доминируют у вас конце концов, это демократически. То есть большинство там как-то будет складываться к чему-то, к каким-то решениям. Но все должно идти на пользу качества, подготовленности арбитров к обслуживанию матчей в российской премьер-лиге. Вот это самое главное. Ну и затем во всех других ФНЛ, ПФЛ везде должны тянуться к этим устоям. Вот по-разному, ну, такие разные трактовки у судей, что один так воспринимает, другой эдак. И, конечно, это влияет на нашу футбольную жизнь. Но в принципе, заканчивая вот эту тему Зенит-Спартак, замечательное дерби получилось. Мне кажется, очень интересно. Смотрелось, нервы драйв, вот все это было, какое настроение. Но ну и сейчас много говорят об этом, о другом, о том. «Зенит» сыграл в ничью. Я уже говорил эту фразу еще и в одном из своих ранних выступлений. Ничья, конечно, в пользу «Зенита». «Локомотив» поднялся, но поднялся ЦСКА ближе всех к «Зениту». Пять очков разница. Но сейчас еще рано считать очки. Сейчас надо искать игру. Вот чем сейчас занимаются все команды. И Краснодар, и Зенит, и Спартак, и Локомотив. Они все ищут свою стабильную игру. Ну, кто ближе? По очкам Зенит ближе. Но я бы не сказал, что он отличается от этих своих конкурентов. Лучше поставленной игрой. Тем более, что несколько игроков еще не набрали свою форму. Я сейчас уже говорю про Зенит. И вот когда наберут тогда и будет интересно. Ну, а сейчас у нас перерыв на сборные. Сборная России очень серьезный экзамен. Причем два экзамена. Бельгия, а второй надо играть в Казахстане. И там тоже надо ожидать э, сюрпризы от местной команды, которая выйдет, конечно, играть совсем с другим настроением, чем бельгийцы. Бельгийцы будут э, уповать на свой класс, мастерство, и, на не, наверное, это и скажется, в конце концов, в их пользу. Ну а казахи, казахстанский футбол, он сейчас на подъеме, они дадут бой. Они дадут бой, потому что игра-то в Казахстане. Поэтому два матча – это отбор к чемпионату Европы 2020 года. Так что нас ждут очень жаркие встречи. Ну и тема интереснее нам с вами. Вот, пожалуй, на сегодня это и все. С вами был Геннадий Орлов. Внимание! Говорит и показывает Санкт-Петербург.